развиваемся и не стоим на месте. Снова провели модернизацию оборудования. В этот раз изменения коснулись мешкозашивочной стойки МЗМ-1. Ее главная особенность в том, что регулировка высоты зашивки мешков теперь осуществляется не вручную, как на всех остальных мешкозашивочных машинах, а автоматически. К чему же еще привел полет мысли наших конструкторов? Обо всем по порядку. Во-первых, стойку оснастили универсальной плитой для установки различного типа мешкозашивочных головок. Во-вторых, был установлен пост управления, который позволяет управлять как движением ленточного транспортера, так и осуществлять регулировку высоты мешкозашивочной головки относительно транспортера под разную высоту мешка. И, наконец, мешкозашивочная стойка укомплектована шкафом управления, а также регулируемыми по высоте опорами и выносной педалью. Кроме того, наша модернизированная стойка МЗМ-1 укомплектована итальянским мотор-редуктором «Мотив», подшипниковым узлом и цепной передачей СКФ, а шкафы управления оснащены комплектующими лидирующих европейских производителей. Остались вопросы и вы хотите получить консультацию специалиста? Просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.